Если у меня будет две, одна плохая, две новости. Одна плохая, другая хорошая. Начнем с хорошей. У нас подарок на почте. Надеюсь, что у нас какой-то крутой подарочек. А плохая, что я заболела. И у меня будет голос такой. Очень интересно. Интересно, какой подарочек. Хотя вот так вот, может быть, дело как-то неожиданно, что ли. Чего надо снимать? И я не пойду в школу, потому что мне в 13. Вот мы приходим. Видите, пример первый. Вот вам. Вот я приходите. Теперь давайте нажимаем. Как вы думаете, что с чем это связано? Снова локация или ничего? Ну вот, это робот и бутылка. Это очень похоже на локацию университет. Ну ладно, ребята, не будем задерживать. Всем удачи и пока.